А сегодня, друзья, у нас в гостях вот такой вот автомобиль под названием Honda Freed, поколение, которое выпускалось с 8 по 17 год. Максимальный, причем, комплектации. Здесь сегодня мы произвели замену штатного головного устройства на продвинутое на операционной системе Android и произвели замену штатной камеры на новую. Давайте начнем с камеры. Камеру мы внедрили в штатное место, вместо штатной камеры. Она здесь, кстати, стояла, так как он идет в максимальной комплектации. Многие спросят, зачем мы заменили камеру. К сожалению, не на всех вот Фридах, а это у нас сегодня еще и переехал гибрид, удается адаптировать штатную камеру заднего вида. На каких-то Фридах да, на каких-то нет. В данном случае нам это не удалось сделать, и поэтому мы решили заменить ее, тоже полностью установив штатное место. Но мы получили определенный плюс. Во-первых, мы поставили камеру HD, то есть с высоким качеством изображения, и с более широким углом обзора, ну и, соответственно, с более четкой картинкой. Выглядит она в установленном месте вот таким вот образом, все аккуратно. Максимально штатно. Модель называется, кстати, кому интересно, Energy VL61. Ну и, соответственно, давайте перейдем к головному устройству. Поставили мы сюда 10-дюймовую магнитолу с рамкой, с проводкой. Выглядит она вот таким вот образом. 10 дюймов экран. Freed позволяет установить большую магнитолу. Теперь у нас стало все круче. Намного больше появилось всевозможных опций, возможностей. Здесь стоит одно из тоже более таких топовых магнитол от компании White Media, модель под названием MTQT-232. Давайте включим и посмотрим. Что классно, магнитола стоит высоко здесь, и поэтому очень удобно здесь пользоваться этой моделью магнитолы. Вот здесь сразу у нас видео сейчас включилось. Выглядит магнитола вот таким вот образом в включенном состоянии. Полностью яркая, насыщенная матрица IPS. Никаких бликов, никакой зернистости, четкая картинка. Давайте вот, например, включим видео, к примеру. Вот сами обратите внимание, с любого угла, с любого наклона. Благодаря большому экрану можно даже откинуться в самый зад, и очень удобно все видно. Также, что хотелось бы отметить. У данной магнитолы идет хороший встроенный звуковой процессор. И, кстати, один из лучших на сегодняшний день, то есть DSP Digital Signal процессор. По-другому еще это улучшайзер качества звучания. То есть магнитола имеет очень гибкие настройки звука, их здесь реально много. Так называемые есть дополнительные возможности временных задержек, усиление баса отдельно, настройки. Ну, баланс это понятно, перед-зад и, соответственно, лево-право. Фильтры есть, то есть по-другому срезы, можно каждые динамики порезать. По звуку у нас здесь получилось даже лучше, чем штатная магнитола. Максимальная комплектация Фрида, в принципе, неплохая, стоит японцами штатная акустика, она как бы нонеймовская идет, но тем не менее. Поставив новую магнитолу, звучание мы даже добились более интересного, благодаря встроенному DSP-процессору. Также магнитола очень шустрая, так как она обладает 8 ядрами, то есть 8 ядер процессора у нее идет. 2 гигабайта оперативки, 32 встроены. Более чем достаточно для того, чтобы работало все шустро. Также дополнительно из приятностей данная магнитола обладает встроенным 4G модемом. Мы это все вывели в бардачок вместе с USB-шниками. То есть вот у нас есть слот под сим-карту, вставляем сюда симку и можем пользоваться интернетом без всяких проблем. Также можем пользоваться интернетом через Wi-Fi, если сделать телефон раздатчиком. Магнитола многофункциональна, работает интересно, хороший интерфейс, очень хорошая прошивка, на наш взгляд, от компании White Media, она одна из лучших и даже чем-то интереснее, чем производитель TIS. Также можно поставить всевозможные здесь и пользоваться навигационной программой. По умолчанию мы, кстати, всем клиентам ставим Navitel. Зачем мы это делаем? Так как Navitel умеет работать без соединения с интернетом, просто через GPS-антенну. GPS-антенну мы аккуратненько спрятали. Потери спутников никаких, все работает идеально. Вот у вас навигация, все работает шустро и очень удобно использовать. Если кому не устраивает Navitel, можно без всяких проблем пользоваться хоть Яндекс.Навигатором. А еще если соединиться с интернетом, то пользоваться в режиме онлайн, то есть видеть пробки и прочее. Тоже очень удобно. Также магнитола обладает Bluetooth последней версии. Тут уже идет модуль 5-й версии. То есть отличная передача звука без всяких искаженностей. И полностью отлично адаптирована под любой телефон. То есть смартфон, либо на Android, либо же iPhone, без всяких проблем.
Самое интересное, да, мы поставили камеру заднего вида, которая будет уже интереснее, чем стояла штатная. Во-первых, более четкая передача картинки. Вот мы заднюю сейчас включили. Обратите внимание на ее широчайший угол обзора. Нарисованы линии разметки и картинка, как мы смотрим вживую. Вот даже отдалиться, смотрите, насколько все информативно и понятно. Угол обзора этой камеры составляет более 180 градусов. Вы посмотрите ее углы захвата только. То есть по углам, насколько широко она видит. То есть она даже видит больше, чем в зеркала. Вот, например, мы смотрим в зеркало заднего вида, мы видим меньше, чем мы можем увидеть в камеру. В камеру еще больше идет захват картинки. Очень удобно, когда вы паркуетесь в комнате, например, в узком гараже, либо же место, где по бокам стоит какой-нибудь хлам, чтобы не задеть. Чертовски удобно. Ну и, конечно же, это даже лучше. Мы всем своим клиентам, да, то есть, кто хочет качество картинки получше камеры, советуем выкинуть штатную и поставить другую камеру. Это мы сделаем все штатно и красиво. Также, без всяких проблем, мы адаптировали штатные кнопки на руле на этом автомобиле. Все работает без всяких проблем. Максимально, так как максимальная комплектация, максимально здесь все мы в эту магнитолу и адаптировали. И вот у нас получился автомобиль с более интересной магнитолой, с большим экраном, богатым функционалом и отличной камерой заднего вида. Модерн, центр апгрейда вашего автомобиля. Ну и давайте на практике запаркуемся уже с новой камерой заднего вида HD на новой магнитоле White Media. Посмотрим, насколько это удобно и круто. Вот я хочу запарковаться между вот синим Honda Civic легковушкой и между белым вот этим микроавтобусом. Давайте посмотрим, насколько это удобно на практике. Парковаться реально можно даже без зеркал. Но лучше, конечно, ими же пользоваться. Все-таки для безопасности и больше уверенности. Тем не менее, то есть в магнитолу угол обзора намного больше даже, чем зеркала. Вот спокойно я паркуюсь, заезжаю. Я даже сейчас, честно, не смотрю по зеркалам. Чисто двигаюсь по камере. Насколько... Обратите внимание, удобно. Все видно, и причем с очень качественной картинкой. Круто!